Здравствуйте, коллеги! С вами Максим Амеленчук, автор проекта «Риэлтор на миллион». Этим видео мы завершаем серию, которая называется «Чему риэлторы могут научиться во время отпуска». Это видео я записываю уже после того, как вернулся в свой город. И это видео называется «Что ждет риэлтора после возвращения домой». Вернувшись домой, я посмотрел статистику нашего сайта, статистику нашей рассылки. За это время десятки клиентов скачали ежемесячные обзоры цен. Десятки клиентов скачали наши книги про ипотеку. Десятки клиентов записались на автобусные туры и записались на вечера карьеры. Причем все это делалось в автоматическом режиме. Человек подписывался и получал серию писем, получал видео, получал какую-то полезную, интересную, нужную информацию. Как проводят отпуск, как проходит отпуск у большинства риэлторов? Я знаю нескольких риэлторов, которые боятся идти в отпуск. Они боятся, что у них прервется полоса сделок. Они боятся, что когда они уедут, они какие-то сделки не доведут, какие-то клиенты до них не дозвонятся. Есть второй вариант. Часть риэлторов даже во время отпуска берет с собой телефон, они не выключают телефон, и их отпуск превращается в продолжение работы. Они отвечают на телефонные звонки, договариваются о встречах уже после приезда. Таким образом, они и не работают полноценно, и не отдыхают полноценно. Если риэлтор хотя бы часть своей работы не автоматизирует, не попытается избавиться от ручного труда, то жизнь его с каждым днем будет становиться все тяжелее и тяжелее. Я не призываю автоматизировать личные встречи, на которых происходит презентация услуги. На сегодняшний день это можно сделать только лицом к лицу. Но можно автоматизировать простейшие монотонные какие-то действия. Самый простой пример. Вы можете записать и видео, в котором рассказываете о порядке работы с вами, о порядке работы с вашей компанией, о тех выгодах, которые вы даете клиенту при продаже и покупке квартиры. И каждому клиенту, который подписался, допустим, вступил в вашу группу, подписался на обновление на вашего сайта или запросил какую-то общую дополнительную информацию, отправлять это видео. Это только один из многочисленных примеров. Хотите узнать, как автоматизировать хотя бы часть своей работы? Приглашаю посетить тренинг «Малобюджетное привлечение клиентов в агентство недвижимости». Ссылка на этот тренинг находится под этим видео. Во время тренинга мы разбираем самые простые и очень эффективные приемы, которые очень легко внедрить. Я специально отобрал технологии, которые можно внедрить буквально за 2 часа. И это недорогие технологии. В большинстве случаев они или бесплатные, или стоимость их не превышает 3000 рублей. Примите участие в онлайн-тренинге «Малобюджетное привлечение клиентов в агентство недвижимости». С вами был Максим Амеленчук. До встречи!